Привет, ребята, с вами Мирослав. И сегодня я буду делать обзор вот этого крутого набора «Семья Рокет Динозавр». Так, мы будем играть за Джейка. Так, это что, сундук от руководства? Да. Читать мне пока не очень хочется. Так, нажимаем на кнопку и что с нами? Ну, городской зоопарк. Ух ты, там змея. Змея, еще одна змея, ну что, я не вижу, что какой-то за парень. Там наша сестра, наверное, что наш папа, он какой-то там большой. Так, крокодилы, так это что? Так, динозавр. Ну, если честно, ребят, я немного выживал на этой карте. Я знаю, там что, типа, наша мама сделала машину времени, динозавры оттуда выбрались. Ребят, сейчас начнется. Вон там у нас переключат на выживание. Мы будем драться. Так, это сломаем. За счастье бороться надо. За жизнь. Там. Сейчас подождите, ребят. Надо кое-как сработать. Хотя, нет. Ой, тихо, иди отсюда. Иди, динозавр. Фу. Уже первый динозавр. Кто? Это кто? Ой, так. Прирученный. Ага, прирученный. Он чуть нас не убил. Прирученный. Да там машина есть. О, карта города. То, что надо. Так. Вот в каких местах будет динозавров больше всего. Так. Значит, в эти места не идем. Кажется, бы это сказать можно. Так. Ну, нужно ее установить. Так. Возьмем полное обмундирование. Броня там. Он же все мазно, чтобы выжили этих несчастных. Так, щит берем. Ух ты! Это же это уменьшитель. Железный мотыга. Тьфу ты, зачем мне железная мотыга? Так, алмазный шлем. И пока пора. Так, а как он у нас уменьшит? Так. Может, он только не динозавр? А, давай, уменьшайся. Нет, уменьшайся. Ладно. Ребята, сейчас будет школа выживания. Так, он наш папа, молодец, папок тоже любит динозавров. Смотрите, ребят, там есть кожаные пони. Ой, тихо, на, уходи, динозавр. Так, видите, ребята, у нас появились сердечки, но у нас полный комплект брони. Броня полная. Так, отойди, динозавр. Уходите, вы динозавры противные. Так, вот тебе, ну, да как у него, наверное, там шкура прочная. Так, лучше спасаться бегством. Мы знаем, что мы это не хотим, поэтому наш единственный способ — это спасаться бегством. И спасибо за внимание, всем пока.